Знаете, Миша, во-первых, если сравнивать этих игроков, то Миша как бы, ну, с Бекхенда ничего не мог противопоставить. Ну, мне кажется, сегодня все-таки, учитывая то, что... Безупречен будет на приеме Федерер. Нет, Федерер готов налаживать игру на задней линии, усовершенствовать игру слева, которую он, в общем-то, довел до, ну, почти что до совершенства. Поэтому вот, да, Витя сразу же сделал брейк. Борьбы Зверева. Это то, что, ну, корты стали гораздо медленнее, да, мы знаем. Мячи стали тяжелее. К этому всему надо было привыкнуть. Так же, как и Роджеру Федереру. Роджер вот в прошлом году, за счет чего он стал 51-м, он попал в четвертьфинал на турнире в Шанхай. Это был первый вот такой звоночек или первое хорошее выступление по-настоящему о Мише Зверева. До этого он играл челленджеры, но... 0-30... Немножко растерян сейчас Миша, потому что он не знает, что делать. А Роджер просто в Мише нельзя никак понять, что же тогда создавало такие... Он где ведет бабку? Мурини где-то напоминал свою же игру на легкую. Это с Мари на ум. Нет, не попал. Ну зачем? Но это немногие могут на приеме подачи. Ты знаешь, вот на меня произвело впечатление, конечно, вот когда он с Нишикори играл, это качество игры на собственной памяти. Не на первый мяч. И счет 15-0. Пока еще он, в общем-то, не в той игре, которую, наверное, хотелось бы. Семья вот образовалась у Зверевых тоже очень так по-теннисному. И тот, и другой были приглашены. Каких классных теннисистов были бы? Ну, таких пока еще Саша не сказал свое последнее слово. Все надеются, что он может стать едва ли не первым возможности выступать на международной арене. Он играл только в матчах на Кубок Дэвиса, потому что наши теннисисты в тот период, удивляя своих соперников, которые никогда о нем не слышали ничего. И не видели, и не видели, и думали, откуда он взялся, этот парень, который так прилично играл, выходя вперед. Был, безусловно, очень способный, очень талантливый. Ой-ой-ой! За это. Ну, это тройной брейкпоинт. Это тройной брейкпоинт и падает так. Как сейчас сделал Роджер. Но не откладывает. Он надолго... Вот... Ой-ой-ой! Свеча не получилось, но вторым ударом. По сокращенными именами их никогда не называют там Михаил или Александр, да? А лист верхней части турнирной таблицы определится именно в этом матче. Во второй партии. Мяч покинет пределы корта, это почувствовал Федерер. Нет, у Саши был нормальный рост для тенниса, да? 1,85 м, по-моему. Это нормально. Такая вот, да, вот эта пластичность, как раз вот Саша младший, вот он как раз, наверное, взял это у отца. Ой-ой-ой, какая... Ну, вот 15. То, что Миша может его обыграть, пока тяжеловато. О, какой хороший удар, да? Второго мяча. Ну, сейчас вот, да, вот сейчас. Приближается. Ну, сейчас старается все время. По-моему, выиграл, наверное. Не помню, вот совсем недавно, в этом году, да, на Кубке Хопмана. В этом году, да, над этим, на... Ну, по-моему, мне говорит, чем Миша. У него, говорит, совершенно другой подход к игре. Но... Федерера, но не в двух последних. Ну, тоже неплохо. Как, ну, здорово, как здорово, да, сыграл Миша. Но он не сорвал. Но это всегда обычно в психологическом плане.
Не получится. Целился в уголок. Ох-ох, шикарный. Не перекрывает вот эти вот боковые линии. Ну, тут легко. Очень неплохая. Вот сумел все-таки подставить, да? Бельгийцами. У себя дома во Франкфурте. И притом еще вот мы, наверное, тоже обратили внимание, как Роджерс все либо по-разному принимает подачу, да, то резаным ударом 30-15. Вот еще раз в ноги сыграла. Нет, не попал. Гейма на собственной подаче в третьей партии. Ну, и как, прекрасно, принял, хорошо. Тоже принял. Может, им обводить, может быть, да. Знаешь, вот еще в матче против Нишикорина, что можно было обратить внимание, что Роджер по техническим показаниям, имею в виду. Ну, очень быстро играет. Знаю, ехал ли сюда Роджер с уверенностью, что он будет играть в финал или нет. Нет, продолжаем. Во второй квадрат опять. Если бы Роджер легко бы проиграл подачу и потом бы уже играл бы, нельзя называть, что слет, а он с полу... Вот и все. Да, все-таки сделал. Ну да, но все-таки, когда ты сам, как говорится, на корте, ты понимаешь... Ой-ой-ой, две ошибки. Дуг как низко относится к своей игре, да, он оценивает ее по самому высокому значению. Вот три ошибки, да, подряд. Три ошибки подряд, и вот... Нет, ну вот Гейм все-таки решил... Это когда это крайне необходимо. Ну, в свое время это и сам просто умел делать. Выход в полуфинал. Ну вот и все. И вот так поставлена точка в этом матче. И позволил себе улыбнуться Роджер. Ну что ж, три сета подряд выиграл. Выиграл со счетом 6-1, 7-5, 6-2.